точка! Мозли относился как раз к тому типу неуправляемых людей, которые нам здесь абсолютно не нужны. Мы правильно сделали, что убрали его. Говорит Ева Акоста. Я не могу выбраться из этого чертового города. Еда почти кончилась. Я уже не знаю, что делать. В железнодорожном депо разбит лагерь. Там полно таких же людей, кому некуда деваться. Но, по-моему, многие из них больны. Тоннель Линкольна перекрыт. Все мосты перекрыты. Вообще все перекрыто. Попасть сюда было легко, они не следят за тем, попрется ли кто-нибудь в город. Люди же не дураки, верно? А вот выбраться... Черт, надеюсь, я не заразилась. Наверное, пойду в депо там. Хотя бы люди. Когда вокруг люди, уже не так страшно, правда? Если кто-то найдет эту запись, пожалуйста, пожалуйста, свяжитесь с моими родителями, они... В Тинаке, в Нью-Джерси, Изабелле Рамон Акоста. Пожалуйста, передайте им. Люди спасены. Интересно, а какая у тебя раньше была профессия? У этих солдат просто не было шансов. Чарльз, послушайте. Это невыполнение контракта. Вас наняли, чтобы вы защищали наши активы, а вы оставили их без присмотра. Мы терпим миллиардные убытки. Нэнси, ваши активы мне уже нахрен не сдались. Мы в точности выполнили свои обязательства по контракту, а вы заперли моих ребят в карантинной зоне и ждете, что они будут охранять брошенные здания в пустыне. Они бросили ключи где-то рядом. Место для засады. Они бросили ключи где-то рядом. Что-то мне это все не нравится. В ЦКЗ говорят, что это, возможно, оспа, но в мире есть всего два образца живого вируса оспы. Один в центре, другой в векторе, в Сибири, где я работаю. К нему невозможно получить доступ без соответствующего допуска. Если это все-таки оспа, значит, тот, кто это сделал, связан либо с ЦКЗ, либо с вектором. Возможно, я даже его знаю, и от этого мне немного не по себе. Доктор Амхерст до сих пор не отвечает. Я уже начинаю беспокоиться. Я даже навестить его не могу. Мне запрещено выходить из консульства. Я, мол, представляю слишком большую ценность для России. Ну-ну. Thank you.
Жить. Нечаянно выхватил этого Аполлона, аптечек нет. Еще бегайте. Аптечек принесите мне. Сядь, сволочь! Все. Ух ты, как он здесь оказался. И до всех туевых очень далеко. Без аптечек, конечно, тяжело. Товар в Манхэттене. Отрада для глаз. Или как там ее теперь обозвали. Мы сможем выжить только, если будем помогать друг другу. Ведь все мы нью-йоркцы. Помните это? Ибо нас ждут испытания. Рюкзаки теперь стабильность добавляют. Некоторые придурки под шумок тащат себе все подряд. Они тырят даже не еду с лекарствами, нет. Всякую хрень, которую даже не включишь. Ну кому сейчас нахер нужен плазменный телевизор? Но дальше будет еще хуже. Судя по всему, надзиратели тюрьмы острова Райкерс либо перемерли, либо плюнули и разошлись по домам. Я слышал, что заключенные устроили грандиозный побег и сейчас плывут на барже в город. Не поймите меня превратно. Я не считаю, что каждый, кто там сидит, серийный убийца. Большинство просто ждали суда за наркоту. Да я и сам пару ночей провел в КПЗ во времена бурной юности. Так, сейчас попробую вернуться. В городе. Как по-твоему, мы правильно Трофеи лежат. Район чист. Мы всегда на стороже. Тут запросто нарвешься на заставку. Так, там гражданские. Yeah.
хочу, а ну стоять на... Будист они из-за угла, по-моему. Всего в паре кварталов отсюда. Вынырнули. Да, и одеяло. Просто идите за мной, только не светитесь. Если нас увидят, то... Еще и телефон, но он где-то в подземелье. Почему она закрыта? Я же открыл его уже. Ева Акоста, городской спелеолог. Из этого города надо уходить. Тут как будто, не знаю, люди сходят с ума. Я стою перед Эйбелс, и тут ни одного покупателя, только мародеры. Окна разбиты, и люди просто хватают, что хотят. Они смеются, кричат, дерутся. Где полиция? Где те, кто должен следить за порядком? Я всегда считала себя вроде как анархисткой. Боролась с системой, стремилась расшатать статус-кво. Я была на митинге в Зукоси парке, на акции «Захвати Уолл-стрит». Я протестовала против саммита «Большой семерки», но это просто грустно. Тут на улице лежит женщина, у нее идет кровь. Она плачет, но никто не собирается ей помогать. И я тоже не могу, потому что если эти мародеры меня увидят, я не знаю, что они со мной сделают. Я изготовил себе костюм. Я взял у них кевлар, шил несколько кусков и получилась маска и плащ. Правда, плащ в бою только мешал, так что пришлось от него избавиться. Но я исправно теснил врагов и не давал им нападать на мирных жителей. Я прыгал на них с крыш и мешал им устраивать засады. А тот уголовник, который пытался проследить за мной до квартиры, и от него оторвался, так что... Стоп. Что это за шум? Я сейчас вернусь. Это Мич наш. Охотник. Если тебе потом понадобится работа, обращайся ко мне. Мне нужны такие целеустремленные, эффективные сотрудники. Считай, собеседование уже пройдено.
назад и в подземелье. Клевый рюкзачок. Где взяла? У друга. Выглядит знакомо. И куда ты с ним собралась? На ту сторону. Да, будь осторожна. Мало ли, что ты там найдешь. И мало ли, что вздумаешь унести с собой. Ничего себе, это вот этот предводитель ренегатов, а это та, которая пишет. Выполнился по выживанию. Я думал, ты гражданский. В каком состоянии сеть? В хорошем. Насколько я понимаю, в последнее время нагрузка сильно сократилась. А вот с водой у нас большие проблемы. Это почему? Магистральный водовод вышел из строя. А это значит, что в нашем распоряжении только водонапорные башни. И то, что уже прошло по системе. Надолго этого не хватит, а на ремонт нужна целая неделя и техника, которой у нас нет. Недели у нас тоже нет. Запасы уже на исходе. Больницы переполнены, и если срочно не обеспечить их чистой водой, вспыхнут новые эпидемии. Вся система сейчас буквально трещит по швам. А то я не знаю. Но у меня осталось только полбригады. Оборудования нет, бензина для него тоже. Нам нужна помощь. Ясно. Попробую что-нибудь сделать. Мобильники наверняка трубятся нахрен. Эй, тут вроде как голоса. Точно? Да. Пошли, бери пушку. Вперед. Нет ветчины? Как это? На Рождество нет ветчины? Ни ветчины, ни индейки. Мяса вообще нет, по крайней мере, свежего. Две недели завоза не было. Ну, можем пожарить орехов. Вот тебе и Рождество. Каштаны, жареные на костре. Ну ладно, в духовке. По-моему, вполне в духе Рождества. А что скажешь про хот-доги? Сосиски у нас есть. Навернем на них бисквитное тесто из тюбика. И будет ужин. Нарезать сосиски? На Рождество? То, что Санта прописал. Да ладно, все прокатит. Дети будут в восторге, уверен. Ладно, значит, нарежем сосиски. Просто мечта. Сосисочное Рождество. Слушай, ты должна прийти. Да что там у вас такого? Ах,
Охренительный прикол. Клуб оформили под больницу. Сидишь в кресле каталки, пьешь через пластиковые трубки для капельниц, а закуски приносят в утках. Сейчас, когда у всех этот грипп, ничего пошлее не придумали? Ты как с Максом связалась, так у тебя совсем чувство юмора отшибло. По крайней мере, я не ем из уток, сучка. Что случилось? Вы меня слышите? Я у себя в магазине в Бауэре. Пришлите полицию, на меня напали! Сэр, вашей жизни угрожает опасность? А вы как думаете? Магазин закрыт, но эти хулиганы вот-вот в него ворвутся. Слушайте, если вы кого-нибудь не пришлете, мне придется самому с ними разбираться. Так, сэр, а где находится ваш магазин? Дядя Джо, привет, это вы? Да, зайка, это я. Как у тебя дела? Хорошо. Мама, папа, здоровы? Да, но дядя Джо, мы все время сидим дома, тут скучно. Понимаю, детка. Слушай, я хочу тебе кое-что сказать. Ты знаешь, что иногда дядя Джо выступает по радио? Да. Ну вот, возможно, скоро я опять выступлю. Или просто там будут про меня говорить и, может быть, всякую неправду. Ладно. Что бы они ни говорили, знай, помни одно. Я просто хочу тебя защитить. Все, что я делаю, и хорошее, и плохое, это лишь для того, чтобы тебя защитить. Ясно? Ясно. Умница. Ну все, мне пора. Я тебя люблю.
еще? Ты идешь или как? Джерси? Да ладно. Как вы собираетесь прорвать карантин? У нас есть пушки и еда. Эти АТГшники тоже люди. Их можно подкупить или убить. Как и всех. А зачем? Думаешь, у Джерси лучше? Я украл рацию у одного АТГшника и подслушал их разговоры про Джерси. Там все под контролем. Военное положение еще не отменили, карантин не сняли. Это наш шанс. Сколько мы тут продержимся, а? 2 дня? Нужно уходить, пока не поздно. Собирай свое барахло и давай двигай. Привет, малыш, как Лиссабон? Достал. Слушай, у меня плохие новости. Все самолеты на земле. Похоже, коммерческих рейсов в США и Канаду нет. Совсем. Значит, ты застрял? Лиза, все застряли. И везде. Я даже не знаю, когда я снова тебя увижу. Но ведь в пятницу твои родители придут на Хануку. Ты вернешься хотя бы к пятнице. Не знаю, милая. Я постараюсь, но... Интересно, кто сделал зеленую траву? Поставим Нью-Йорк на колени. Это как лотерея, но выиграть можно. Спасибо большое. Мы должны исполнить волю Господа. Ну да, но ведь сейчас 5 утра. Гэри, времени почти не осталось. Знаки уже повсюду. Ты что, хочешь сказать, что это... Господь стучит в твою дверь. Откроешь ли ты ему? Что? Ну, то есть, Луиза? Это ты? Почему ты закрываешь лицо? Ты больна? Дэвид, это проверка. Открой дверь. Нет, я не могу. То есть... Ты не хочешь узнать, почему ты избран? Рик, привет. Наконец-то. Целый день жду твоего звонка. Тут кое-кто очень хочет с тобой поговорить. Рики, это ты? Малыш, да ты совсем охренел? Вот так звонить девочке посреди ночи? Разве такому я тебя учила?
Джон, это Вик. Звонила Деп из ночной смены. Заключенный заболевает. Значит, кто-то из охранников притащил сюда заразу. И паром, похоже, не придет. Так что вам с Трэвисом на работу лучше не выходить. В тюрьме и так мало персонала. Будет бунт. Угу. Не знаю, как ты, а я не нанимался торчать в Райкерс-Айленд с 20 тысячами уголовников, у которых Эбола или как там ее. Не ходи на работу, Джон. Не стоит оно того. Смотрите, кто пришел. Ты кого-то ищешь? Христианский. Спасибо. Я хотел, чтобы ты представлялся под пули. Нет. Так что вставай. Добрались мы до почты, нашей операционной базы. У нас есть очки на все. До 100% все поднимем, но уже в следующий раз. Эта миссия будет телефонная.